На территории единственного вооруженных сил Казахстана Горно-Егерского подразделения состоялось торжественное открытие памятника военнослужащим, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Церемонию открытия памятника возглавил командующий войсками регионального командования Юг генерал-майор Марат Хусаинов. После возложения венков к памятнику личный состав Горно-Егерского подразделения по звуке марша совершил торжественное прохождение по плацу воинской части. Вместе с действующими военнослужащими в едином строю прошли воспитанники военно-патриотических клубов Жуалунского района, которые являются подшефными для военнослужащих Горно-Егерского подразделения. Как известно, 17 февраля прошлого года при выполнении плановых учебно-боевых задач в районе ущелья Куксай при сходе снежной лавины трагически погибли 7 военнослужащих войсковой части 916-78. Семьям погибших военнослужащих в полном объеме были выплачены денежные средства в соответствии с действующим законодательством. Ну а самым важным и дорогим для родителей и жен погибших военнослужащих стало человеческое участие и моральная поддержка воинов. Открытие памятника на территории воинской части стало еще одним шагом в сплочении и укреплении веры, что память о военнослужащих жива и навечно останется в сердцах нынешнего и следующего поколений военнослужащих. Военнослужащие всего регионального командования Юг свято чтут и берегут память о героях той трагедии. В течение года руководство Министерства обороны, командование регионального командования Юг и Горно-Егерского полка проделало значительную работу, чтобы подобное происшествие никогда больше не повторилось.